блядь, еще что-то пиздеть, нахуй, так вот строй, блядь, какой-то, блядь, как будто хуй нахуй сломанный, блядь. Чего ты ходишь в строю, нахуй? У тебя, блядь, понос, я не знаю, блядь, геморрой. Опа, чешется, блядь, глисты у тебя, нахуй. Давайте, товарищ майор. Сейчас, подождите. Уйди, эскадрин. Все. Теперь понятно, что мне говорили служить в России. Тихо-тихо, все, начинаем. Подожди секунду. Морально надо подготовиться. Да, Твейдер. Как будто курит. Разговор в строю. Макро, почему ты тут вообще? Блять, ебать мой рот, нахуй, как же я заебался в тебе базар. Да, желаю, товарищ майор, пилов по вашему приказу, прапорщик, базар. Сука! Блять! Блять, съебался, блять! Что это за пиздец, блять? Блять, все, там можно спокойно, смертно! Какой? У меня профпригодность, херня. Что нахуй ты мне поебать, нахуй, на твою профпригодность, блядь? Что это за пиздец, нахуй? Вот сюда встань, блядь, и посмотри, вот что это, у меня честь сержанты, они у меня... Поебать, как поебать. Ты не понимаешь, блядь, мне похуй. У вас личный состав за кем закреплен? Ты нахуй посмотри, что это такое. Вот сюда встань и посмотри, вот сюда иди. Мы военнослужащие РФ. Это клином они ездили, как я понимаю, да? Клином они. Посмотри сюда, нахуй, что это такое? Я не знаю, какая-то пучка мяса. Тебе зачем бинокль? Ты слепой, блядь, или что, нахуй? Посмотри. Возможно. Они слишком скучковались. Чего эти, нахуй? Чего у них? Гризли ебаны, блядь. Здесь. Ты можешь их нормально построить, нахуй. Если ты сейчас их нормально не построишь, ни у кого не ж, нахуй. Тебе профпригодность буду делать. Передо мной две соренги становились. Там будет, нахуй, вопрос. Три по 300, блять, которые ты не ответишь в жизни. Две в шеренге становись. Куда вы в третью делитесь? Дайте, дайте сказать, ребят. Блять, не... о, без гранат, без гранат. Смотри, как делается. По-настоящему. Личный состав, разойдись, становись. Две колонны там и так далее. Там так делается. Они сейчас опять ничего не поймут. А можно вопрос задать, почему матрос... А, две колонны, расстояние между колоннами чуть побольше, сделайте просто и это проверка на сержантскую школу, забейте. Сейчас просто тэп, это тест сержантской школы. Почему у него приписка медиа? Сделайте расстояние между другими колонной, господи, блядь! Здесь матрос... Я сказал же им, никто не слушает. Вот, приписка у него, что... Сука, ну блять, ну сделайте вы расстояние, ебаный рот, мы сейчас стоять долго будем. Встань, продвинься, пожалуйста. Нахуй ты передо мной стял, блять! Уйди назад! Слышь ты, матершинник ебаный, блять. Заебали, нахуй, стойте молча и стройтесь молча. Я вам такой работы дам, то что вы ее в жизни не выполните. Я уже на рейде был, спасибо. Тут это как-то криво вы стоите. Постройтесь нормально, не постройтесь ровно. Будете профпригодность проходить. Все, все, все. На стойте, все, не двигайтесь, все, ровненько. Пойдет, нормально. Все, вот теперь. Итак, бойцы, сели. Блять, сука, кто там двинулся нахуй, блять? Вам сказали сесть, нахуй вы двигаетесь, блять. Я не могу. Виноваты, справились, товарищ майор. Все, давай, все, товарищ майор, все, успокойтесь. Товарищ майор, все. Мои люди. Хватит пиздить, матрос. Товарищ майор, все, успокойтесь. Блять, это пиздец, нахуй, помоги мне, пожалуйста, бля, я не могу. Я не могу, блядь. Все, все, товарищ майор, все, успокойтесь. Попей говна, успокойся. Какое говно, ну дай мне это говно. Не могу, я сейчас сдохну. Все, все. Все, все, давайте, давайте можем продолжать, все. Блять, вот товарищ! Базаров, блять, команда. Житков! Нахуй. Что делаешь, что хочешь, мне поебать, нахуй. Я! Команда! Чуть-чуть шаг, блять, вы можете выровнять товарищ этот? Товарищ. Все, вот, и теперь садитесь. Да, все. Чуть-чуть, чуть вправо, один шаг вправо. Блять!
Блять, сука, чё вы их посадили? Блять, тебе писан нахуй, бля, нахуй ты, блять, строй въебался. Шагами, бля. Все. Так? Все, да. А мне что делать сейчас, Дим, что с ними сделать? Нормально их построить или... Я могу одного сержанта отправить сюда. Белов. Товарищ майор, виноват, разрешите обратиться? А вдруг я тоже майор? Блять, сука, я не могу нахуй. Плыть, товарищ да. Майор, на эльфийском говоря, уже палец, ну, отекает, я хуй знает. Вам не... Блять, сказали сиди, значит сидеть, в чем проблема? Товарищ майор, все. Мэр Белов. Все, вы можете научиться управлять своими бойцами? Товарищ старший лейтенант. У ой, меня. Товарищ старший мальчик, да. Управлять. Бля, просто погода я не видно. Я могу и пить. Не видно. Все, можно, да? Ну все, смотрите, почему вот. Матрос дает рекомендации. Командуй. 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 Он пошел на свободное место. Что, я не понимаю, как вы идете там конить ближе, все да, раз, говорит, ближе, одно, ближе, другое, ближе, вот а это. А вы можете определиться? Один расстояние сказали, что второй я не долбоёб, не а солдат. Определитесь, кого во-первых, это слушает. Не так, во-вторых, это такого не было. В-третьих, за вы слышите... За каждое неподчинение моё вы будете вот здесь вот сидеть, непослушные, как будто бы. Вот поняли? Вот смотрите, у вас что такое? Вот я вот сейчас иду, у вас сужается потихонечку. У вас не должно быть, это клин называется. А, Меньшаков, шаг влево. Печедарский, шаг влево. Невский, шаг влево. Пальфи, скажу вам, С меню угол обзора. Посмотрите, как вы стоите. Посмотрите, как вы стоите. Говорит в строю. Бубль, ну давай еще. Меньшаков, еще. Может, мы неправильно как-то этим занимаетесь? Может, надо другие упражнения какие-то им предоставить? Нам что? Один отставить. Дает одни приказы, второй дает другие приказы. Отставить. Кляпка, молчи. Кляпка. Отставить. Ну, вставай, встаем. Встаем все. Кругом. Блять, отставить еще через раз. Через левое плечо. Так точно, нахуй. Иванов, молчи. Все, не буду. По фронту, заново, по фронту. Решите встать в строй. Машину, а? Вы по команде кругом должны... Я верну машине, вы машину, а? Команду есть, через... Заткнулся, кто там? Через левое плечо. Через левое плечо. Так, через левое плечо заднего кругом. Во, теперь мы выяснили, что такое левое плечо. Молодцы. Направо. Команды разделяются на исполнительную и предварительную. Вот смотрите, к примеру, налево это предварительное. Исполнительное это уже во. Налево. Вот так, например. Там кругом по фронту и так далее. Кругом. Ну ты чуть-чуть неправильно через командовал, через левое плечо. Все. Он, во-первых, ты слишком быстро сказал и без этих донатов. Да, блядь, мне за что нахуй? Две шеренги, становись. Это надо в две таких линии сделать. Тут старший матрос его где-то видел. Вот, я их нашел как раз таки. Я сейчас с матросами вас сделаю, если вы не найдете у себя ошибку. Вы должны стоять перед матросами, потому что вы старший по званию. Где этот шухрат? А, да это не суть. Это же не сержант. Там суть не меняет, понимаете? Или как там у матроса? Товарищ сержант. В две шеренги команда была. Товарищ сержант. В две шеренги. А, старший прапорщик, жрите обратить матрос старый. Отставить. Хочу внести поправочку. Что? Когда общая команда, различий по званиям и по должностям нет.
Ну, не, да, там типа не существует. Здесь есть. Блять, ну нет. Сесть, помолчи, нету. Все, блядь, заебал. Литриенков. Кто говорит? Я. Ты стал? Молчи, у тебя что, кляп. Чек базаров его забрать можно или как? Он что он сделал? По Альфис я схожу, у него номер П. Можешь написать жалобу. Так это нет, что он сделал. Так что за это они дадут. Здесь что такое? Почему нету здесь? Давай, кто здесь, Саша Матрус есть? Шухратович, yeah. Сюда вставай, Шухратович, вставай сюда, вперед. Ты должен впереди стоять. Лучше ты Саша Матрус позвали. Да. Нам говорили слева. Дмитриенко, ты тоже. Это что такое? Матрос Невский, шаг давайте, влево. Давайте. Этот... Матрос Невский, шаг влево. Зачем двигаешься? Все нормально, ты встал уже. Так, все. Это... Дрона это... Хочется. Так, а это не... это. Публик, встань сюда вот. Публик, шаг, встань шаг, сюда. Шаг вперед, да. Да, еще, еще. Шаг вперед, вперед, да. Вот. Это для вас две шеренги. Это две шеренги. Но только вы чуть-чуть кривовато стоите, потому что вы глупенькие чуть-чуть. Чуть-чуть что назад. Вы... По шажочку назад. Да, бывший. Нет, задний-то стойте ровно. Бля, ну кто там сдвинул? По шажочку а назад. Что здесь такое? За линию. Кто-то не вытянул. Один кто-то... Матрос просто... старый. Глухов. Шаг вперед сделайте. Шаг вы неправильно, вы криво стоите. Старый ты... Я не понимаю, почему... На линию... понимаете, они не, не понимают, что делать. На линию не заступают. Да, они вас не понимают. Вы, сука, каждый, блядь, гнете свою линию, ну, честно, на эльфийском. Шаг вправо. Вот, вот сюда. Вам все равно, мне все равно найти ваши линии, не по ним вставайте. Глухов, не по линии. Ну, так вот давайте мы поперек плаца ставим, по диагонали. Шаг направо, кого я сейчас бью, шаг направо, кого я сейчас бью. Вы не понимаете, вы всех бьете, товарищи. Я вообще буду бить их, правда. Смирнов. Давайте без палки будем обращаться туда. Глухов, шаг вправо. Вот, подравняйтесь по вот этому, по... как? Матрос Невскому. Матрос Невскому. Подравняйтесь чуть-чуть. И по право стоящему подравняйтесь. Вот, вот эта колонна, ну как, шеренга, она вообще ровная. А у вас она идет вот так вот, смотрите. Хоп-х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 оп. Вот так вот она сидит. Просто надо... Подравняйтесь. Я скажу вам, по эльфийски С меню угол обзора. Третье лицо включается. И посмотрите, как вы стоите вообще. Печетаски, сты вообще вперед. По праву стоящему о, стой. Сравняется. Меньшаков, ну как? Зачем? Меньшаков, лев... Шаг... Право стоящий, да. Ты просто всё, стоишь всё. И все. Все, хватит. Стоять. Руки, руки вверх. А за что? Перестрою. Ну ты понял, да? Угу. Лиф РП. Я потом этот, да, я потом покажу, не переживай. Этот, не переживай, не переживай, вид, там видно было. Всё, так. Продолжайте, продолжайте. Ты что, дурак, что я пустый? Все, все, все. Я сейчас снова палку буду применять. А? Кто? Стоять? Кто, кто это? Я видели, да? Так. Ну это балуется, наверное. Давайте в одну колонну. Да, а нет, в одну шеренгу становись. Ты кто такой? Я опоздал. Все, вставайте. Давай строй. Сюда. В одну матрусы шеренгу вы должны в конец. Молчите, пожалуйста. Здесь говорит старший подвал. Я сейчас команду строю. В одну. Давай, давай. Шеренгу. Вот матрос Житков. Ну что вы делаете? Я не понимаю. Давайте. Не, вообще. Вот это вот что-то. Говорите, товарищ, вот если сейчас неровно будете, давайте проверим, знаете как? Пистолетом. Пули, точнее. Ну ладно, я не буду так делать, пошутил. Куда ты пошел, бублик? Зачем?
ты ставь сюда. Я вижу вас неправильно. Ну куда ты, ты в конец должен стоять, видишь, где нет места. Ой, господи, ну где ты стоишь? Ты должен сейчас в конец идти, у тебя нет места, видишь? Глухо. Ой, да. Бублик, точнее, бублик. Меньшаков, так, шаг влево, бублик, шаг влево. Иванов, влево. Строй! Бать, один за другим. Он со мной. Другие показания. Не, он в сержантского этот школу проходит. Вроде. Да это не сержантская школа, нет. Мне Белов. Белов. Все нормально. Он смотрит за мной. Я этот сержантскому составу на пропригодность. Кто меня вызвал и с этими рядовыми должен стоять. А что? А там я сержант. Старший прапорщик базар вас еще снизили? Уже вроде нет. Нет. Я их не буду. Ну ладно. Это Азаров, ты перепутал. Меня с ним. Налево. Друг за другом, не нарушая, не обгоняя. Строй, помалу, плацу, шага, марш. Ну. О, как красиво идете, давайте. Товарищ майор Белов. Ух. Он видит, он наблюдает, все нормально. Да? Шевелится? Там этот... Шевелится? Кто-то отстает, кто-то этот. Вы дистанцию чувствуете, понимаете? Просто видишь, у тебя отстал строй. Ты просто где-то останавливаешься временами, где-то догоняете, да. Вы тоже не растягиваетесь, бойцы. А что, какая-то команда была? Стоп? Или что, на месте? Продолжайте, что вы? Впереди стоящий остановился. Все, продолжаем. Мы все, кто остановился, Белов. Белов наблюдает. Товарищ майор наблюдает. Все, успокойтесь. Белов. Бля, смотри, у тебя эти сотрудники, это, смотри, что делают. Что-то, слышишь? Старший пропущик. Что-то взяли, блядь? Ну, иди. Пиздец. Кто такой мальчик? Чё пробегаешь после строя? Почему перед строем пробегаешь? Ты должен был обойти. Или разрешение спросить. Видишь, они не бегают. Без моей команды не останавливайся. Ходим. Только попробуй, блядь, чё ты творишь, нахуй? Господи, что здесь происходит? Да, хорошо быть майором, да? Товарищ майор. О, две колонны, бегом. Не нарушая строй заново так. Товарищ прапорщик, разрешите повторить, не услышал. Две колонны. Колонны! Куда вы Глухов. Пошли? Через три земли. Конец строя. Глухов, конец строя. Виноват, справлюсь. Молодцы. У всех вооружение имеется? Так точно. Да. Так точно. Ты сядь. Не да, так точно. Так точно. Не да, так точно. Нет. Так точно. Не нет, а никак нет. А чё, у вас снова клином, что ли, идёт? Не, всё нормально. Ты зачем двигался? На место встань, всё, молодец. Всё, не, нормально. А этот бублик, шаг вперед, вот видишь, чуть-чуть надо подравняться по нему. Угу. Давайте. Так. Все, стой.
Бегом в повседневную форму переодеться, а после встать сюда. Есть. Да кто куда пошел? Повседневную форму. Форма одежды номер 4. Выполнять. У вас сейчас форма одежды боевая. Команды повседневку. Повседневку. Шкаф, шкаф, бегите за шкаф. Бегите, иначе я сейчас вас догоню. Догоню всех каждого. Бля, это пиздец. Только учить всех, бля. Проверьте только по повседневку. Я вот вижу у многих, она неправильная. Ошибка слева сверху 0. Сейчас, ну все, короче. Можно я проверю? Поняли, я вам сказал. По эльфийски, говорю, у меня вылетело. Я по эльфийски. Передевайтесь. Неправильная форма. Так, матрос Смирнов за мной, бублик. за мной. Меняшев за мной. Меняшев и бублик за мной. Что, видимо, не то. Хуй знает. Вагадычку. Оружие. Брали? Да ёбаный рот. Так, луч Сомали. Кто-то Невский. Бегом в этот. Старший матрот. Около шкафа. Ладно, пойдемте за мной. Кого я назвал? Жидков неправильно. Кто? Пичедаскис. Жидков и Пичедаскис. Бегом в этот. Жидков. Идемте за. Бля, где прапор, пиздец?